Всем привет! Сегодня хочу рассказать вот про такой заточной станок, сделанный своими руками. Ну, как рассказать? Тут рассказывать, собственно, нечего. В принципе, конструкция его видна без всяких комментариев. Здесь швеллер, к нему приварен еще один швеллер. Там вот, как раскос, тоже еще один швеллер. Здесь такой поворотный кронштейн на болте с гайкой для изменения угла заточки. На нем такая качалка, сделана из какого-то обрезка. Не знаю, пятерка сталь, по-моему. На него в торец упирается фланец двигателя. Тут прорезано отверстие, как бы. Вот, собственно, весь принцип. Даже слово конструкция здесь не особо применимо, потому что конструкция обычно это, ну, подразумевается проект какой-то. Здесь же сделано было все на коленке, без каких-либо чертежей. Изначально этот станочек делался у меня для заточки 500-х дисков, вот таких. Когда у меня появился многопил, возникла необходимость их точить. Поэтому вот здесь вот только под них был сделан остов. Здесь вот обойма внешняя от какого-то там подшипника, ну, на 50 там внутренний диаметр. Ну и впоследствии было приделано еще вот такое вот устройство, механизм такой пространственного маневрирования вот этой вот точки посадки. Еще для 40-х насадных фрез дисков маленьких, для циркулярок 30-х, 32-х. Вот как бы есть у меня такой вот диск. Вот он садится на 32 диаметр, плюс там 30 еще маленький рубчик. Ну и плюс еще фрезы концевые тоже можно на нем точить. Вот таким образом регулируется все там снизу. Обычные барашки. Двигается так. И в этой плоскости тоже. Единственное, что с полосы взял немного тонковатые, надо бы переделать, что-то потолще, усилить их как-то. То есть немного это играет все. Вот. Двигатель, понятное дело, не новый. Его ребята у меня нашли где-то там, не знаю, в гаражах каких-то за 400 рублей. Я купил его у них. Немного пришлось установить вот эта вот штука. Вентилятор, крыльчатка там и этот торец, они не родные, как бы от другого двигателя. Ну вот единственное, вот эта тарелка, диск алмазный, он как бы куплен, да, в магазине, там 1200 где-то, 1100 он вышел, не помню. Ну и фланец, вот этот вот переходник, его тоже выточил, только за 400 рублей с гайкой. Остальное все прямо вот из кучи, с обрезками металла. Ну вот, собственно. Ну вот еще воткнута сюда такая арматурина. Это просто, что он лево-вправо не качался. Тут она вообще как бы не приварена, никак не прикручена, не держится. Вот таким образом сделан этот станок. Сейчас еще продемонстрирую, как я на нем вот эти большие диски точу. Вот, собственно, в этом заключается весь станок. Диск точится на нем где-то. Ну, не знаю, один сколько, но весь постов там дисков 7 на многопил точится где-то, ну, минут за 15, наверное, 20. Хватает этой заточки на то, чтобы распилить две машины леса. Это где-то, ну, неделя, наверное, раз в неделю как бы
приходится затачивать. Вот на этом все. Если что-то покажется непонятным, задавайте вопросы в комментариях, обязательно отвечу. На этом все. Спасибо, до свидания.